Всем привет из Харькова, дорогие друзья, я Тала Хухрянская, и сегодня я получила посылочку на почте, только что зашла в дом, буду ее распаковывать. Как вы думаете, от кого? Помните, на днях я сняла видео, рассказывала о 15-летнем мальчике из Луцка, который увлекается растениями настолько сильно, настолько он увлечен цветами, растениями, что он после 9 класса в этом году даже поступил в аграрный колледж. И сейчас он учится в аграрном колледже. И вот он прислал мне посылочку. Сегодня я ее получила уже. Сейчас буду распаковывать. Хотя я ему запрещала тратить деньги. Говорю, ты еще сам не зарабатываешь, поэтому не надо никаких посылочек, никаких мне подарочков не надо. Вот. Но он меня не послушал, все равно послал посылочку. Что в этой посылочке, я еще сама не знаю. И я ему тоже сегодня, когда я была на почте, эту посылочку от него я получила, а ему посылочку отправила. Что я ему отправила, кто смотрит мои видосики, вы уже знаете, что там фитолампа находится. Ну, а к фитолампе еще небольшое приложение, подарочек для Димы из Луцка. И он, когда получит свою посылочку, распечатает и вам обязательно покажет на своем канале ее содержимое. А сейчас смотрим, что я получила от Димы. Так, вот в таком виде она пришла, посылочка. Написано «стекло» по-украински, «скло». Развязываю пакетик. Здесь еще коробочка. И написано «Від Діми» на украинской мове. Так, сейчас мы доберемся до коробочки. Сторону, так, придется здесь резать. Но раз написано было, что это стекло, то, конечно, что-то хрупкое, стеклянное или фарфоровое, и такое, что бьется. Вот как Дима тщательно упаковал, изолентой перемотал. Сейчас посмотрим, что тут внутри. Ой, а здесь тоже переложено все бумагой, чтобы не испортилась и не побилась эта вещичка. А что же это за вещичка? Самой мне любопытно. Вот уже добираюсь, уже дошла до победного конца почти. Ой, я уже вижу, что это. Так. А ну догадайтесь. Вот немножко верхушечка откололась. Вот, но я ее подклею и подкрашу, это не страшно. Главное, что все это невредимое получилось и целенькое. Так, вот такой снеговичок. Димочка, большое тебе спасибо за такой классный подарочек. Снеговичок очень красивый, и как раз он, кстати, пришелся как раз к Новому году. Снеговик сделан из гипса, разукрашен красками. Вот эти одежки на нем, голубая кофточка и шарфик сиреневый, из трикотажа, и тоже покрыто все это лаком. Но я думаю, что нужно еще нанести пару слоев акрилового лака, чтобы эта фигурка долго прослужила. Димочка, еще раз тебе большое, огромное спасибо. Очень памятный подарок. Дорогие друзья,
В описании под этим видео я дам ссылочку на канал Димы из Луцка. Обязательно зайдите на его канал, посмотрите его видео о том, как он выращивает комнатные и уличные растения, делится своими знаниями по агротехнике. Это будущий агроном, а ему только 15 лет. Ну и обязательно подпишитесь на канал Димы. Вам будет интересно смотреть его видео.